На конкурс дети читают стихи. Кузьмина Ангелина, 7 лет. Про котенка. Автор Вероника Тушнова. Котенок был некрасив и худ. Сумбурные пестрые раскраски. Но в нашем семействе обрел уют. Избыток еды и ласки. И хотя у котенка вместо хвоста нечто вроде обрубка была, котенок был сам от брата, простодушный, веселый, милый. Увы, он казался мне так нелеп, по кроличьи куц, прытки. Мне только что минуло 8 лет, и я обожала открытки. Я решила, кто-нибудь подберет, другой хозяин найдется. Я в траву посадила у чьих-то ворот маленького уродца. Он воспринял предательство как игру, проводил доверчивым взглядом и помчался восторженно по двору, забавно брыкая задом. Повторяю, он был некрасив и тощий, его жалело мало. Но к ночи начал накрапывать дождь, в небе загромыхало. Я не хотела ни спать, ни есть. Мерещился мне котенок. Голодный, продрогший, промокший весь среди дождливых потемок. Никто из домашних не мог понять причину такого горя. Меня утешали отец и мать. Потыщи, возьми другого. Другой был большим пушистым хвостом. Образец красоты и силы. Он был хорошим, добрым котом, но я его не любила.